Мой позывной Арцах, я доброволец из Армении. Ну, во-первых, хочу уточнить, что я по территориальному происхождению родом отсюда, с Луганской области. Я здесь родился, я долгое время здесь проживал вместе со своей семьей. Потом мы переехали заново в Армению по национальному происхождению. Это Нагорный Карабах, я родом оттуда. А сколько вы уже находитесь в Донбассе? Я нахожусь уже здесь 4 месяца. Да. Удалось принять участие в боевых действиях? Да. С самого первого моего приезда сюда я попал в один из батальонов, который был создан из ополченцев именно Краснодонского района. И мне довелось побывать на боевых позициях под Луганском в районе города Счастья. Второй родине. Я здесь живу уже 2005 года. Здесь у меня трое детей. И дочка родился здесь. Работаем, живем, кушаем, ходим на этой земле. Поэтому это и моя родина тоже. Ну, я работал мастером сапожным изделием и восточные единоборства преподавал. Я гражданин Армении. И как патриот, как сказать, или просто человек, который живущий на этой земле, который хочет добра и мир во всем мире. Я из Армении. В каких боях уже были? Ну, на Белой Каменке. Ну, там Пантелеймоновке стояли. Вот. В Армению не тянет обратно? Что? Обратно на родину тянет? Ну, конечно, тянет, конечно. Приведет. Вы здесь до какого периода на войне на Донбассе? Пока окончательного решения политического статуса Донбасса. Вот. Донбасс – самовозглашенная республика, верно? Пока окончательного политического статуса не будет, пока будет продолжаться вся эта мразь, я буду здесь. А каким выйдет Донбасс? Самостоятельным государством, в составе России? Вот, как по вашему мнению? Ну, трудно ответить. Ну, если Донбасс отдельно остается, Украина по-любому покоя не дает. Не будет давать. Вот пример Крыма. Почему на Крым не стреляют? Вот исторические факты. Украина, такого государства не была. Была Киевская Русь. Тем более, Донбасс, Луганск были в Донском казачестве. А не приходилось на той стороне встречать наемников из Армении, тоже воюющие на... Ну, за Украину? Есть. Не только из Армении. Из России тоже. Ну, уже про Европу, про Америку. Не говорю, вот он практически вся Европа, вся Америка там на их сторону. А ну, вот... Сейчас Россия агрессор или они? Скажите, пожалуйста, хоть можете здесь показать одного официального русского солдата или офицера? А американцы, пожалуйста, военные инструкторы, генералы натовские. Это же все видят. Мне ни Путин, ни Шойгу, ни Лавров не пригласили, не приказывали сюда. А как отнеслась ваша к семье тому, что поехали на Донбасс воевать? Моя семья? Угу. Ну, как всегда, как и в Карабахе. Война опасна, не надо. Ну, надо. Это так надо. А какое ваше впечатление о Донецке, о жителях Донбасса? Ну, скажу с одним словом. Я влюбился на Донбасс. Ну, в дальнейшем у меня планы есть постоянно остаться тут, постоянное жительство. О, дай бог. Это уже в процессе. Хочу получить гражданство Донецкой Народной Республики. И я приехал в гости. Приехал к брату в гости. И получился так, что... Я в 94 году женился, у меня родилась дочка. До сих пор я остался в гостях в Украине. Старший брат уехал с семьей. И если человек живет, значит, надо работать. Я начинал сапожником, работал сапожником в мастерской. Потихонечку, помощи Божией, потихонечку создали, купили 10 овечку, потом стало 20, потом 30, потом 200 голов, потом
10 дойная корова, и потихонечку начали заработать кусочек хлеба и делиться с людьми. Так и начали, можно сказать, с этого в Украине жить. Когда еще была Украина, я себе считал украинцем, и то земля, которая кормит человека, дает хлеб, человек должен благодарить эту землю.